восстанавливаться. Да, мне очень тяжело. Если железо взять, там гораздо проще все. Два к одному вес засчитаем. Я никому не советую, тяжело. Это ужас просто, общественный транспорт. Смотри, я в школу, рамазан отложу, возвращаюсь обратно. Два к одному вес не за счет отпочки. Мазанчик звонит, я ему обещал в 6 часов приехать, уже 6. Что делаете с ним? Да! Все, общаемся. Два к одному вес защита. Аппетита нету в последнее время. Устаю сильно. И в семье, и на работе. Хоть и углеводы ем, все равно что-то это. Их мало ем, много не могу, и аппетита особо нет. Я почему? Вес защита. 135, высота 10. 10. Мастер плюс тоже. Это когда было? Потому что плакат как бы не свежий. Защита. Сейчас даже как-то вроде хочется готовиться, соревноваться. С другой стороны, из-за этого усталости бывает это, просто заставляешь себя. Еще после этого восстанавливаться на работе немного больше, чем сидишь, когда после тренировки. 140 килограмм. Неудачная. 110 килограммов. Да? Ну, только в пределы челнов. Далеко я не вижу. К сожалению, попытка неудачная, восьмая. Ничем. Я вообще не понимаю, во все смешалось. Без защиты. Без защиты. Следующий это такой, который пару лет не перепутал. Без взят. Не
провел, все, да, руководящая должность будешь, все, зарплата вкусная. И все, я уволился, начал увольняться, там сразу, все, давай, что-то там это, закипишевали. А там уже дело принципа пошло. Еще знаешь, когда, сколько тебе предложили, мы, говорит, переплюнем и зарплату. Без защиты. За 11 лет я там это наплел, пришел домой, приготовил, полчаса полежал. И пошел. 8:30 домой пришел. Все. Спать уложил всех и все. Да. Без защиты. Поэтому. Плюс дома много двигаюсь. Маленький ребенок, так делаю. С сыном охота и поиграть. И это. Вот у нас он гиперактивный до ужаса. Просто. Просто вверх тупо. Попытка неудачная, следующий вес 100 килограммов. Да что идет? Вот этого не было. Зачем мне стресс? Зачем нужны стрессы? Ухудшается качество жизни дома, настроение, здоровье ухудшается, все ухудшается. Да. Деньгами, чтобы это окупить, деньги уже никакие не помогут. Кстати, да, ты вообще прав. Стрессовый. Нет, взять следующий 90. Там ломает меня, бывает. Потому что болят, боли терплю. Устаю сильнее, нервная система на работе плотно.